Добро пожаловать во Вриндаван, место игр Господа. Город Вриндаван находится в центральной части Враджа-мандалы, обширной местности, где Господь Кришна являл свои трансцендентные игры 5000 лет назад. Некоторые из его детских лил проходили здесь, и спустя годы преданные основали множество храмов, восстановили святые места, чтобы увековечить эти события и прославить Кришну как верховную личность Бога. После того, как Господь завершил здесь свои игры, многие храмы и божества были утеряны. Но примерно 5 столетий назад 6 госвами Вриндавана были посланы сюда своим духовным учителем и наставником Шри Чайтаньи Махапрабху, который является самым недавним воплощением Господа Кришны. Именно они восстановили святые места и нашли божества, которые были потеряны с течением времени. 6 госвами и их последователи основали во Вриндаване 7 основных храмов. Храм Радхи Мадана Мохана, где было установлено одно из изначальных 5000-летних божеств Господа. Храм Радхи Говинды, также с изначальными божествами. Храм Радха Гопинатхи с еще одним из изначальных божеств. Храм Радхи Дамодары с божеством, изготовленным позднее одним из 6 госвами, Шилой Рупой Госвами. Храм Радхи Рамана, которому поклонялся Гопала Бата Госвами. Храм Радхи Гакулананды, которому поклонялся Шрила Вишванатха Чакраварти Такур. И храм Радхи Шьямасундары, которому поклонялся Баладева Видьябушана. Свое путешествие мы начнем с посещения именно этих храмов. Затем мы посетим храм Кришны Баларамы, основанный его божественной милостью Ачхе Бхактивиданты Свами Прабхупадой, ачарьей-основателем Международного общества сознания Кришны. Именно он открыл всему миру сокровище Вриндавана – сознание Кришны. Также мы посетим множество других святых мест города Вриндаван. В Бхагавадгите Господь говорит: «Паритраная садунам винашая чадушкритам дхарма самстхапанартхая самбавами юге-юге». Чтобы освободить праведников и уничтожить злодеев, а также восстановить религиозные принципы, я сам не схожу в материальный мир из века в век. В этой связи Шрила Прабхупада говорит: Кришне нет необходимости приходить, чтобы убивать демонов. Господь приходит в этот мир только по просьбе своих преданных, таких как Васудева и Деваки. Поэтому изначальная причина его прихода – это просьбы его преданных. Но когда он приходит, он также показывает, что готов убить любого, кто питает зависть к его преданным. Конечно же, когда он убивает или оберегает, эти его действия тождественны друг другу, так как он абсолют. Те, кто погибают от руки Кришны, сразу достигают освобождения, хотя для его достижения обычно требуется миллионы лет. Так что люди могут говорить, что Кришна пришел с той или с иной целью, но в действительности он приходит ради блага своих преданных. Он всегда заботится о благе преданных. И нам следует понять, что мы всегда должны стараться стать преданными. Как говорил нам Шрила Прабхупада, Господь явил такое множество игр, чтобы отвлечь наши умы от материального мира и привлечь их к Нему, чтобы у нас появилось вдохновение стать Его преданными. Он очень милостив к тем, кто служит Ему. Он ждет, пока мы повернемся к Нему и примем прибежище, встав на путь бхакти, путь преданного служения. Посещение этих святых мест является очень важной частью этого пути. С каждым из них связано множество историй, которые будут представлены в этом фильме. Пожалуйста, пройдитесь с нами по этому священному городу и насладитесь удивительной духовной атмосферой, которая ощущается здесь повсюду.